Уже полтора года русские защищали Осовец, крепость среди болот. Не обойти и не объехать. Крепость была для немцев как кость в горле. С самого начала войны они не оставляли попыток взять ее. Обстрелы сменялись штурмами, штурмы обстрелами, но крепость стояла. В августе 15-го немцы готовились штурмовать Осовец в последний раз. Огонь! Атака немцев снова была отбита. Для решающего штурма командование выдвинуло к Осовцу 11-ю дивизию Ландвера, немецкого ополчения. Отделение. Строится получать газовые маски. Пошевеливайтесь. Бегом. Спасибо, Герхаузер. Вы очень помогли нам. Отдохните, пообедайте. Повар, покормите Герхаузера. А мы пока разгрузим машину. Начинайте разгрузку. Пошевеливайтесь. Вот гороховый суп, Герхаузер. Приятного аппетита. Большое спасибо. Сразу маску на морду натяни. Лучше выглядишь. Пошел ты. Отстань от меня. В этой маске ты напоминаешь мне моего дядю Вилли. У него тоже не разберешь, где голова, а где задница. Это он просто брови сбрил. Все назад. Эмиссар Красного Креста Герхаузер не знал, что вместе с медикаментами и защитными масками он доставил на позиции баллоны с ядовитым газом. Немцы уже 3 месяца использовали хлор на разных участках фронта, но под Осовцом смертельный газ появился впервые. Господин майор, я видел, как ваши солдаты готовят газовое оружие. Это опасно. Опасны русские пулеметы. Но газ – это обоюдоострое оружие. Могут пострадать немецкие солдаты. Я, как представитель Красного Креста, знаю, вы хотите, чтобы погибло поменьше солдат.
Но мы на войне, и кто-то должен умереть. Либо русские, либо мы. Я предпочитаю, чтобы это были русские. Но это не гуманно. Вы, швейцарцы, слишком большие гуманисты. Когда идешь через ад, главное не останавливаться. Но если вас волнует гуманность, помогите лучше собрать наших раненых. Их сегодня много. Немецкий майор был прав. Обе стороны несли большие потери. Десятки тел оставались лежать на поле перед крепостью после каждой атаки. Поэтому время от времени стороны заключали короткое перемирие, чтобы под покровом темноты похоронные команды могли собрать раненых и предать земле погибших. Герхаузер, что там у вас? Ничего. Бросайте вы их, идите греться к костру. Сейчас по ночам холодно. Ваш в Белороде. Чего еще? Там Осипа принесли. Вроде живой. Ага. Бинты еще не просохли. Вера, бинтуй. Осип, где? Архип. Живой. Лежи. Пойдем, брат. Ты, Осипов, меня жизнь спас. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Вы меня тоже. Квити. На-ка вот. О, вот это дело, ваш брат. Вот это дело. Готовьте тяжелых отправлять в крепость. Ты как спасся-то? Немец спас. Это ж как? Накидало на меня от взрыва немцев-то. Чуть не задохнулся. Осмерклась, я выполз и к своим. Чудом спасся. Но главное, живой. А когда выполнал, чуть не уделался. Со страху. Это что ж так? У
видал там одного? Страшный. Глазище. Морда у маски. Чистый демон. В маске? Похоже. Точно такой. Да. Плохо. Ваш брат. Пойду, Архип. Пойду. Ваш брат. Фуражка. Подпоручик Котлинский с отличием окончил военно-топографическое училище. Он внимательно следил за сводками с фронтов. Появление газовых масок на немецких позициях могло означать только одно — газовую атаку. Ветрогон, зараза, пыль нагнал. А что, братец, ветер переменился? Да западный шалит, ваш брось. Да у меня на. Приказ. Не дам я им ни одного пайка! Все, я сам его выдумал. Уйди, я сказал! Куда я пойду? Приказ исполнять надо. Что тут у вас? Тут такое дело. Паёк прислали на всю роту. А на погибших хотят обратно забрать. Вот что. Собери-ка мне всех здесь. Слушаюсь. А как же паёк? Да погоди ты с пайком своим. Тут дела поважнее. Что может быть важнее пайка? Оставь весь паёк в роте под мою ответственность. Есть! Пойдем со мной. Вот что, братцы. Похоже, помирать нам завтра придется. Это уж как водится. Травить нас будут. Газом. Это каким таким газком, ваш брат? Ежели эти газы такие ядовиты, ско, то ничего, выдержим. Потому как он нас ими каждую ночь травит. У меня желудок больной просто. Да в том-то и дело, братцы, не знаю я, что это за газ. Только знаю, что страшная эта штука. И нет от нее никакой защиты. Неужто они опять сюда сунутся? Да не сунутся они сюда более. Сунутся, братцы. Наша крепость им как кость в горле. Это как они травить-то нас собрались? Как крыс, что ли? В крепость отходить надо. Бать, ты куда собрался? Чисто переодеться. На всякий случай. Помирать, значит, собрался. Братцы, а ежели я не согласны? Согласны вон, не согласны. Да кто тебя спрашивать-то будет? Ну, ежели прикажут, то оно, конечно, но... Как не хотелось бы, ваш брат. Нечто от ентового газа никакой защиты нет. Найдите мокрые повязки, братцы. Держи, братец, я не дарю. Оставишь? В два слоя наматываю. Плотнее делай. Хорошо. Thank you.
надеть маски. Там же нет живых. Лами! Крепость Осовец так и не была взята штурмом. Русские оставили ее несколько недель спустя, когда обстановка на фронте сделала оборону бессмысленной. Подпоручик Котлинский был смертельно ранен в этом бою. Контратака остатков 13-й роты 226-го землянского полка вошла в историю как атака мертвецов. Лишь через 10 лет химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. А еще через 3 года создатель химического оружия Фриц Габер получил Нобелевскую премию. Ваш мрось, дозвольте в бинокль ваш углянуть. А то завтра и помру, так не погляжу. Держи. Благодарствуйте. Ух ты! Чудеса! Архип. Как думаешь, умирать страшно?
Так это как поглядеть, ваш брось. Ну вот бинокль ваша. Так глядишь, вроде близко она смерть. Страшно ее. А поворотишь, вроде и далеко она. Не боязно. Чего ее маленькую такую бояться?